странице истории сегодня вспоминали на митинге, посвященном 77-й годовщине освобождения. По традиции его провели на мемориале воинской славы. К братским могилам героев легли живые цветы. Бендеры – площадь героев. Ежегодно в этот день здесь собираются горожане. Представители власти, общественники, военнослужащие, школьники. Нет ветеранов войны. Тем, кто еще остался в живых, возраст и здоровье уже не позволяют прийти. Для бендерчан 23 августа – второй день победы. 23 августа 1944 года в ходе Явско-Кишиневской операции войска 3-го Украинского фронта принесли на нашу землю долгожданный мир и свободу. Героические подвиги советских солдат на поступах к городу, на Варнинском и Кицканском плацдармах на все времена вошли в летопись Бендер. В нашей памяти навсегда останутся имена воинов-освободителей, тех, кто отчаянно сражался за наш город, кто пал смертью храбрых в ожесточенных битвах за Бендеры. Ясо-Кишиневская операция была одна из величайших, значимых по своей роли, в рамках которой были освобождены южные границы нашей Родины, началось победное освобождение Балкан. Но каждый четвертый человек, погибший в ходе этой операции, погиб, освобождая наш любимый город. Сюда, к пантеону славы, горожане приносят цветы в День Победы и в День освобождения Бендер. В боях за город погибли свыше 3000 советских воинов. Память о них увековечена на братском кладбище этого мемориального комплекса. В городе всюду, в домах, подвалах были пулеметные или минометные гнезда. Была масса снайперов. Они защищали отходящих фашистов. И войти просто в город невозможно было, пока не будет зачистка. Поэтому люди страдали, гибли за наш город. Для нас, взрослого поколения, это очень важный день. Но и очень важно, когда дети наши, подрастающее поколение, помнят об этом. Потому что без отправной точки, без истории нам в будущее нельзя. Поэтому, конечно, 23 августа 1944 года вошло в историю. Пусть память тех, кто отдал свои жизни, будет всегда в наших сердцах. Минута молчания в память о погибших героях. К вечному огню и подножию обелиска ложатся живые цветы.